Хорошо, мы приветствуем Надежду, интересуемся, готова ли она к диагностике, к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она доверит, она говорит, мне душно, эта скоба ее сдавливает. Хорошо, я даю команду, значит, три, эта скоба слетает с нее, летит в клетку, тюрьму, один, два, три, сила моего намерения, да будет так, а так и есть. Не скоба, а вот эта оболочка, что оболочка. Снимаем эту оболочку, она уходит в клетку, тюрьму. Да. Хорошо. И я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Надежды. Пространство над головой. 1, 2, 3. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Надежды. Находит все. Снимаются все маски и голограммы. Все предстает согласно своему эфирному коду ДНК в клетке тюрьме. Ящер. Так. Ящер. Один канал? Да. Считай цифры над головой ящера. 326. Хорошо, вот, что... Он цветом такой же, как вот эта вот оболочка, как фольга, вот как скафандры, наверное. Цвет какой-то такой. Серый, блестящий. Так, ну для меня роли... Цвет тюрьма не играет. Итак, я тебя спрашиваю, паразит, что ты делаешь в этом биополе и почему ты сюда пришел? Я назвала космических. Я откликнулся сразу же. Что значит она звала космических? Она никогда не звала космических. Она выстраивала, возможно, канал кому-то, а не космическим. Я тебя предупреждаю, ящер, если будет еще одна попытка меня обмануть, я тебя сожгу в этой клетке. Он ей этот цвет показал. Он ей этот цвет показал. На какой запрос ты этот цвет ей показал? Серовато светящийся. Лучи ей показал. Она его приняла, он надел на нее. Ну так ты ее обманул, получается, правильно? Ты вошел обманом в ее биополе. Смеется. Отлично. И Влад, дай ему удар такой, чтобы он не смеялся, пока на пол не ляжет. Ящер, удары. Пошли. Но он говорит, стоп, стоп, ты кто? Вот этот скафандр, он его защищает. И, Влад, разожги, сожги этот скафандр мощнейшим ударом лазера на счет 3. 1, 2, 3, удар. Говорит, я понял, остановлю. Ничего ты не понял, встал. Встал и стой. Ты ничего не понял, тебе смешно было, да? И в моих руках появляется шар атмана. 1, 2, 3. Я тебя вот сейчас в глотку засуну, паразит. Ты что, выше себя законом мироздания поставил? Ты игнорируешь волю, свободную волю человека? Говорит, что вы сами свою волю игнорируете. Ты вошел обманом в биополе человека, и ты мне говоришь, мы сами игнорируем свою волю. Влад, дай ему удар, ощути ему удар. Он говорит. А мне общее не интересует. Меня конкретно интересует. И я даю команду на счет 3, включая Надежде внутренний белый свет. 1, 2, 3. И все, что сейчас в ней находится на чистоте ящера, на счет 3 начинает безболезненно выходить из всех тонких ее тел. Все, что осталось у чистоты ящера. 1, 2, 3. Энергии мало. У нее мало энергии. Хорошо, подхожу к... Надежде и силой своего намерения. И кладу ее руки на плечи, даю ей 100% энергии. 1, 2, 3. Пошел, подъем. Помогаю ей. Выдавливаем все это вместе. Ну вот как серебряная краска такая вышла. Шар остановился? Да. Отлично. И отправляю. Открывается под ним портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И скидываю этот шар в галактическое ядро, закрываю, печатаю, растворяю. Да. Посмотри, сколько энергии нужно Надежде сейчас. И какая частота вибрации до полного восстановления и корректировки? 370, 27. Сегодня, ящер, у тебя быстро пройдет желание смеяться. Я тебе гарантирую, на следующее очень долгое время. И на счет 3 в макушку головы Надежды начинает входить 7 высоковибрационных потоков по 370% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли, наполняет, усиливает. Мощность потоков усиливается. Частота и вибрации поднимаются до числового значения 27 Гц. Пошел подъем. Она их впитывает, как воздух. Отлично. У нее ангельские энергии или плеяды? Какие у нее были? Космические. Космические, да?
Она слаба пока, подожди. Хорошо. Она скоро тоже здесь ее. Снимаются все маски и голограммы. Фантом присутствует в первозданном виде. Мы приветствуем куратора или учителя, с кем имеем честь. Александр. Александр. Уважаемый куратор или учитель? Куратор, он благодарит. Да, Александр, тут такая ситуация, эти ящеры на них, как и на спрутов. Уровень осознанности. Он говорит, что это моя вина, я не объяснил, как связаться со мной. Хорошо, но она и не спросила, начнем с этого. Если бы этот был вопрос, вы отвечали чисто на ее вопросы. Мы сейчас решим вопрос с ней, после этого тогда вы ей объясните, хорошо? Мы сейчас закончим наши мероприятия. Закончилась энергия. Отлично, синхронизируется энергия, вибрации гармонизируются, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Готово. И я даю команду, значит, 3, Надежда дает высоковибрационный импульс и сжигает канал к ящеру. 1, 2, 3, пошел удар, сжигает канал. Получилось у нее? Готово, да. Открывается портал в галактическое ядро, этот канал улетает в галактическое ядро на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Есть. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю Ли. Ли, пожалуйста, ответь. На связи. Приветствую, Ли. У нас здесь ящер, смеющийся, с какой-то новой накидкой, который предстал, вошел в ее биополе. Посмотри, пожалуйста. Говорит, что ничего особенного, обычный свет, который они предлагают, заберем. Хорошо. Смешно. Ящер кричит, что мы так не договаривались. Ящер, а мы никак вообще не договаривались с тобой. Ты смеялся, и я теперь смеюсь. Нет, он говорит, что мы с ней общались, у нас был другой договор. Никакого у тебя вообще с ней договора не было. Никакого. И я даю команду, значит, 3. Если в биополе Надежды есть какой-то договор или контракт с ящером на его частоте 1, 2, 3, он выходит и зависает в воздухе. Все копии. Чисто. Отлично. Ящер, какой договор? Лжец. Тебе еще не орет, его забирают. Отлично, хорошо. Уже не смешно? Готово. Отлично. У нас там накидка осталась или ее забрали? Да, снег стоит. И под ней открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3, оно улетает в галактическое ядро. И, и закрывая, печатая, растворяя. Включаем фиолетовые лучи, вытесняем все из комнаты. Остается только наша энергия и надежды. Хорошо, Александр, мы закончили. Прошу вас. Он говорит, что я бы хотел наладить связь. И рассказать ей, как, не пойму, он говорит, как-то усовершенствовать, лечить себя, ну, понятно, эмоционально все... балансировать. Он какую-то информацию ей дает, то есть по чакрам вставлять круг энергии и давать этой чакре. То есть у нее никогда не должно быть энергии меньше определенного какого-то уровня. То, что сейчас мы видели, когда вышла вот эта копия, да, из фольги, вот эта штука ушла из нее, она села на одно колено, то есть она в ней энергии не осталось почти. Она высосала все из нее, да? Да, то есть вот он ей говорит, что она должна представлять вот эту чакру свою, круг делать, да, если это зеленая сердечная чакра, и, ну, вот этот круг энергии в себя запускать. В эту только в сердечную чакру или во все нет, чакры? Нет, в любую, смотря в любую что чакру. У нее, если это физическое, то это красное, если эмоциональное, то есть по чакрам смотреть, какой ей нужно. Понятно, но я даже не знаю, Надежда нам не давала обратной связи. Надежда, я сейчас спрашиваю, вы практиковали заправки энергиями, поднятие вибраций, как мы вам видео показывали? Она пыталась. У нее получалось, Александр? А он говорит, что вы видите, что у нее получилось. Понятно. Хорошо, давайте теперь вернемся к вопросу, как ей установить с вами прямой канал, защищенный канал. И избежать вот этих подключек, этих паразитов. Каких не люблю. Опять он показывает круг, да, вот этот энергии, только космических. То есть это фиолетовый. Понятно. Я забыл спросить, с какого она созвездия? Откуда она пришла? Какая у нее душа?
Она же может взять энергии, если она сплияет. Говорит, что она сама запрос должна сделать. А, она не делала еще запроса. Мы не отвечали разве ей на этот? Мы же встречались. Вы отвечали вроде на вопрос ее, кем ее душа была. Я могу ошибаться, прошу прощения. Конечно, она должна сама сформировать запрос. Я не помню, просто мы делали... В общем, он показывает канал, вот этот фиолетовый. Да. Фиолетовый чакр космический. Угу. Связь с космосом. И она должна представлять, что он очень прочный. Мысленно звать ну, своего куратора на связь. То есть пока так. Сначала укрепить этот канал, прочувствовать, как он становится, как он выстраивается, сделать его прочным, и только после этого сформировать запрос к куратору. Я именно вот этот порядок, он очень важен. Да, и вот этот канал, он должен именно быть фиолетовым. Фиолетового цвета, отлично, хорошо. И защищенный, обязательно надо сказать слово «защищенный». Обязательно, да, укрепленный со всех сторон, защищенный канал, и никакие вот эти энергии серебряные или что у нее было, то есть она должна понимать, что связь с ним – это фиолетовый канал. А все остальное – это ловушка. Благодарю вас, уважаемый Александр. Надеюсь, Надежда, вы все поняли сейчас, что вам было сказано от вашего куратора? Да, она тоже благодарит, она все поняла. Замечательно. Хорошо, Александр, мы тогда, получается, свою работу сделали. Благодарю вас за ваш приход. Прошу вас принять нашу традиционную корзинку. Вы знаете, все кураторы, которые к нам приходят, получают традиционную нашу корзинку с самыми чистыми ягодами на земле. Один, два, три. На добрые воспоминания прошу принять их. Это единственный чистый экологический продукт, который у нас остался на земле. Мама говорит, что я заберу эту прелесть. Замечательно. Прошу вас. Я не прощаюсь. Благодарю и до новых встреч. До новых встреч. Всего доброго. Рассинхронизируйся, Верочка. Хорошо. Для усвоения вибраций будем возвращать Надежду в ее систему биоробот-душа. И для усвоения вибраций возвращаем тонкую копию Надежды в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отлично. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Я на месте.